печатаю вот эту вот сносившуюся детальку. Вот у нее выработка видно очень сильно. Изначально была она полиэтиленовая, сейчас будет из пластика ПЛА. Это биоразлагаемый пластик, но я проверил, он довольно-таки неплохо скользит, так что все должно получиться. Завершающая стадия, скоро принтер будет заканчивать. Закончилась печать, длилась она порядка 2 часов 40 минут. Так долго, потому что полное заполнение. Как правило, 3D принтеры печатают с неполным заполнением, то есть внутри создаются пустоты в детали. Здесь же деталь будет силовая, поэтому я делаю полное заполнение. В связи с этим она очень долго печаталась. Сейчас попробуем ее отодрать от рабочего стола. Вот так вот. Дра у нас вместе с подложкой, спечаталась специальная подложка, чтобы защитить деталь от отставания от стола. Есть такая тенденция, что детали могут из-за перепада температур, сквозняков и всего остального отваливаться от рабочего стола. И тогда происходит либо перекос, либо, ну, в общем, все нехорошее происходит. Так, одной рукой это довольно-таки неудобно делать. Так, ну, надо, наверное, остановить съемку и сделать нормально двумя руками. Отделил я от подложки. Так вот выглядят печатные детали. Это нижняя сторона, которая належала. А вот рабочие, собственно, грани. Ну, как по мне, качество, в принципе, отличное. Просто замечательное качество. 3D принтеры, в принципе, уже могут печатать вещи, которые можно использовать. Потому что 10 лет назад это была просто игрушка. Сейчас же улучшилось программное обеспечение, улучшилась механика принтеров. И, ну, уже можно делать. Уже можно делать вещи. Это вот резак KinCAT Javelin Integra. И вот для него вот я сюда вот и сделал вот эти вот сухарики-скользячки. Вот прямо их здесь вот и видно. Вот он здесь вот стоит вот. Один, и там стоит второй. Родные сносились. А, эта каретка просела вниз, начала цеплять по металлу. Ну, с задней стороны оттуда. В общем, все тратительно работало. Сейчас стоит новый скользяк, напечатан на 3D принтере 2. И она сейчас отлично работает.